Итак, всем привет, с вами Миха, и сегодня мы начнем играть в игру под названием Jetpack Joyride. Так, нам предлагают поиграть в события День Святого Патрика. Ну, давайте попробуем. Конечно, если это бесплатно. Так, собирайте жетоны, чтобы открыть уникальные награды. Ну, хорошо. Так, это если не прибавлять, то начать игру. Ну, начал уже ее. Я предлагаю посмотреть. Это нас можно убивать их. Ой, я помер. Я посмотрю рекламу. Я, пожалуй, поставлю. Так, я посмотрел эту рекламу. Мы продолжаем. Включайся. Нормально. Что-то я Иисусом стал. Тут надо, конечно же, собирать монетки. Как все раньше было. Ну и не натыкаться на всякие вот эти вот лазеры. Например, вот такие. Поначалу очень просто. Ну, здесь такие есть такие. Усилители, например, мистер Обнимашка. Я его хорошо помню. Я к нему раньше долго не мог привыкнуть. И сейчас за него легко играть. Но это мой самый любимый персонаж был тогда. Но сейчас он не очень. Пока что мне. Еще один клевер. Нам говорили то, что надо нам его забирать. Давайте постараемся как можно больше его собрать. О, еще мини-босс какой-то. Ой. Тихо. Блин. Надо всегда клевер собирать. Потому что я хочу себе уникальный скин открыть. Даже если это не так просто. Да, жалко, что я понял. Но ничего, за один раз 11 клеверов собрал. Если честно, я даже тогда не знал. Собрал на игру, пройдем на тренировку на игре. А теперь надо собрать два транспорта, пролететь зигзагом мимо 6 заперов, дать 5-10 ученым. В одной игре. Ну, я знаю уже, кто такие ученые тут. Я, в принципе, немного играл. Так, не буду. Дал 5. Еще дал 5. Я хочу клевер собрать. Поэтому нельзя дать 5. Уже 3 клевера собрали. 4. Интересно, почему это так просто? Ну, это, ну, поначалу просто себе играть. А потом начиналось, блин. Все очень быстро, невозможно остановиться. И все такое будет. В таком роде. Ну, по-моему, можно прокачиваться как-то. Потому что ты не сразу умирать будешь. И что-то еще будет. Все, дал 5. Истерно. О, зигзаги. Ну, иногда ты сам не ожидаешь, как выполняешь какие-нибудь эти вот квесты. А иногда не ожидаешь твои тупости. Ладно, продолжаем. Ну, обязательно мне эту рекламу смотреть. Я, пожалуй, поставлю на паузу, чтобы... Так, мы продолжаем. Далее.
Я теперь второй уровень. Награда мне 200 монет. Спасибо. Дайте 5-10 ученым от одной игре. Что у нас дальше? Так, все еще 2 транспорта. Соберите 2 жетона вращения в одной игре. А, вот что за жетоны такие. А я думаю, что такое? Неужели как с собой сёрфи, знаете же там? Он каждый день собираете. Он награды первого уровня. Ну, короче, вы там собираете... как оно? Ну, буквы эти. Вы составляете... слово, и вам там какую-нибудь награду дают. Там, типа, денег. Или одну из 500, например. Клеверов всяких, чтобы открыть персонажа. Ну, типа такого, вы же знаете, да? Так, реактивные ранцы. Ну, это очень дорого стоит. Одежда. А можешь подшить? Спасибо. Блин, это все очень дорогое, пока что не сюда рано. Может, усиления какие-нибудь недорогие? А охота за монетами. Да. Ладно, продолжаем. Играть снова. Надо будет сейчас после этого забега зайти и посмотреть, сколько длится это событие. Может, я все-таки успею собрать. У андроида. У андроида они старые очень. Какая-то игра. Ей уже так 3 года где-то. О, маленький топотун. Я тебя хорошо помню. Ну, тоже, в принципе, прикольный персонаж. Ну, и, конечно же, не забывайте то, что вы можете, если у вас есть такой костюм, то если не видали, то ничего страшного в первый раз, потому что это усиление. Ну, вам, в принципе, сильно повезло с ним. Какой мотоцикл? Ой, я помню этот мотоцикл очень сильно. Он действительно крутой. И у меня новый рекорд. Уже идет. Как вы видите, у меня уже тут все очень быстро идет. Так что мне лучше сильно не отвлекаться. Ну, я сердечки не сильно хочу тратить. Пригодятся еще. А, я помню. Блин, жалко. Я хорошо помню эту рулетку, но... Всегда удается победить. И тем более от себя ничего не зависит. Абсолютно по-разному. Спасибо, это 400 монет. У меня теперь ветеран. Новобранец. Так, едва уклонился от одной ракеты. Пройдите пешком 300 метров в одной игре. Ага. Хорошо. Нет, за 38 рублей, конечно, бы купил, но у меня... нет, сейчас только. Так, набор Патрика. Сколько он длится? Ой, не набор. А мне надо посмотреть этот ивент. А, через 25 дней, 12 часов, 41 минуту. О, так это, в принципе, долго еще. Ну, я постараюсь все собрать. Ну, и за эту серию постараюсь тоже. Ну что ж, а мы продолжаем. В принципе, прикольно, как такое сделали. Так что собираешь жетоны, получаешь за это какие-нибудь костюмы.
там усиление, жизни дополнительные или еще что-нибудь в таком роде. Блин. Ты что-то сейчас дупок это сделал? Давайте по квестам сейчас пройдемся. Да. Пройдемся после рекламы. Так, мы продолжаем. Собрал, к сожалению, только 2 жетона. Но это хоть сколько-то. Сколько мне надо? 70. Сколько мне надо будет до 3-го уровня награды? 200, потом 450. Ну, тут сильно увеличивается, но... Не сильно-то немного собирать. Тем более 25 дней. Но это чересчур много. Конечно, может... Вот там есть еще какие-то там еще миссии дальше. Это не только 2500. Потому что 2500 это очень легко собрать. Так, один жетон. Давайте лучше. Сейчас заход будет. Охотой за жетонами. Потому что... Так не сильно охота. Так делать. Я надеюсь, Надеюсь, это одно здание такое, то, что 300 метров надо. Прошагать. Ладно, пожалею один клевер. Соберу его. Оп, сделал миссию уже. Нет! Пожалуйста. Фух. Да, опять же, он не собрал, потому что было очень много на экране всего. Ну, я не увидел. Так, давайте. Крутим. Ура, мы выиграли. И сколько это? 1250. Нормально. Ладно, едем здесь, так хорошо. Закончите игру мир 300 метров, 400 метров. Мне за это дадут 2 звездочки, ладно? Я не против от такого варианта. Не хочу, извините. За 300 метров закончим, да, игру? Именно 300, где-то в районе. В районе написали там закончить игру. Блин, зря я костюм подобрал. Ладно, будет охота за клеверами. О, жетончик. Жетончик. Блин, клевер даже не собрал. О, во. Вот такой же собой сервис есть. Только там немного другие слова. О, 2 уклониться от одной ракеты. Я это выполнил. Это хорошо. Так, Сэм. Раньше скины давали за такое. А сейчас не знаю. Сейчас, по-моему, по-другому все теперь. Я просто давно уже не играл. Так, сектор 3 уже у меня. Блин, немного игра подзависает, но это мешает. Сэм, я собрал самоходные отличные машины. Ого! Он просто все слетает на своем пути. Нифига себе!
У него это целый челлендж. Так сделать. Тихо. 19 клеверов, уже 20. Настоящий ас. У вас новое достижение. Ого. Интересно, было бы еще интересно знать, какой ас этот. У меня новый рекорд, кстати. И сектор 5. Ну, чем дальше ты заходишь, тем сложнее играть. Ну, о чем я и говорю. 2509 метров у нас. Ну и, конечно же, опять сейчас реклама это будет. Так, мы продолжаем. Давай, устанавливаем. Ой, сердечко, не повезло. Давай. Не повезло. Жалко. Зато мы собрали 23 жетона. И повысили свой ранг. И нам дали 600 монет теперь. Теперь новичок у нас ранг. Да, унизили меня, конечно, хорошо. Так. Нежнемная задача. Сэм, мы собрали 5 быстрых воскрешений. Славно. Возвращайтесь завтра, чтобы... Опять собрать Сэма. Попытка не пытка, плюс 1000 опыта у меня. Ну что ж, первую серию, я думаю, можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Миха. Всем удачи и всем пока.